Серия. Есть, блядь, плохой персонаж. Это Наталья Бердникова, блядь. Слав, Слав. Я беременна. У меня голова на спину, блядь. Сейчас я реально пиздец устрою. На сегодня, наверное, хорош. Ебаный недотрах, нахуй. Я уже 100 лет пизду не лизаю. Пошел нахуй, извращенец. Сядь ко мне на лицо, блядь. Хочешь? За кого гоняешь, братанчик? Ты что, сейчас быканул на меня? Пошел нахуй, а! Вот это слова не мальчика, а уже мужчины. Нужна будет помощь. Смотрите, я вам перечисляю. Войны, предательство, убийства, измены. Я считаю, Вячеслав, что это очень неплохо. Сейчас, я думаю, неподходящее время. Екатерина. Ёбаный сыр, блядь. Лёш, для тебя все что угодно. Let's go, блядь! Первый раз в жизни на такую хуйню попал. Это самая тупая хуйня, которую вообще можно сделать. Да что за хуй там внизу базарит? Извините, вы gold или old? Я, блядь, джентльмен, нахуй. Здорово. Да. Это нахуй сесть и разобраться по поводу отдыха там. Ты кто? Сука, сиди нахуй, не двигайся, блядь. Забей мне писька мелкая. Какого фига? Отпразднуем победу вместе. Да и все уже поняли, кто это выиграет. Егор Крид. Ты моя маленькая девочка. Вы что, блядь, уводите мою бабу? У меня проблема там. Обосрался нахуй. Ничего серьезного. Приколы приколами, блядь, начала просто, блядь, ну реально калом пахнет, блядь. Hey guys. Что у тебя на ногах? Что такого? Тебе просто необходима свежая пара обуви. Нате. Что за залупа, ужас? Понимаю, блядь. Не туда завернули. Я, кажись, обоссался, мужики. Надо что-то делать, блядь. Идем нахуй, парни, блядь. Пиздец! Бля, вы видите, самая угарная, по-моему, озвучка для меня, персонаж. У меня просто какой-то непонятный головокрут. Слава, держаться. Слава. Алексей. Славочка. Ну, походу, ГГ. Славочка. Алексей. Я не могу, это просто пиздец, блядь. Вообще, мне так хочется им многого сказать, блядь. Большой жирный хер, блядь, вас интересует? Ну, так, на двоечку. Так, не пиздеть. Ого, это Катюха. Что это такое? Землетрясение ебашит, блядь. Урод криворукий! А ну поднял и пошел! Ах ты сучара, блядь. Кошмар, нет. Мы пришли сюда с целью найти девушку. Ну что, меня? Чем здесь я? Ты чё я позоришь, блядь? Говоришь, что нормальный писюн. Да мне пофиг! Ай! Тоже, блядь, мне принцесса, блядь. У баба ж не можно. Ё-моё! Больше ни шагу! Мне можно выйти? Бля, нихуя! Ой, хай! Нихуя ты здоровый, бля, шершень. Услышали мой зов? Алексей Пчелкин, это просто жесть! Да? И что меня выдает? Алексей,
ваши глаза. Спасибо, Вячеслав. Ребят, на самом деле я очень рада вас видеть. Не слушайте ее. Она ведьма. Нихуя улетела, блядь. Я могу на вас подуть. Блять. Файр. Помянем дурачка. Чё, блядь? Братан, ты как, блядь, вставай? Ты чё, блядь, симулируешь? Ну, рот. Я забыл. Прибежал, блядь! Пиздец, блядь, неудобная ситуация. Это награда для тех, кто дошёл так далеко, Вячеслав. Жвачка Файв. Я, наверное, кокосы выберу. Я понимаю, это больно. Я понимаю, но... Вспомните, что вы мужчина. Меня что, бросили? Hello, people. My name is Артур. Чё за панаех армавирский, блядь? Ну, только, блядь, вперёд, только вперёд. Ой, блядь, еблан. Ебать! Всё, нахуй. Давайте жить дружно. Ты попался, уебан. Ебать, вот это накрыло. В своём складе уверен на 150%. Нет, хоуми, ноу, 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 ноу. Я легвал, блядь. Это будет фул разъёб. Бля, прикольно. Прикольно, очень прикольно. Да, но и обидно одновременно. Мы нахуй не нужны, бля, в этих. Что-то всех вставили, а нас не вставили. Ребят, что за фигня, бля? Я не знаю, просто ощущение, что люди, которые, типа, понимаешь, если даже мы там следующая нарезка на появимся, это будет выглядеть, будто мы на клянчине просили. Просто будут это обставлять людей, которые сейчас именно на хайпе, блядь, находятся. Да я хуй знаю. Челкин написал, что вы его послали и показали фаб-камеру, Библиотхумп. Так это уже старая шутка, никто не обижается, вы чё? Так это же шутка это была. Это шутка была, спасибо за 50. Ликса Йоу. Нету, вас оставили на сладкое. Ну не знаю, посмотрим. Да не, оно в целом прикольно сделано. Он так за это замудрился, вот эти все диалоги и ракурсы. Не, очень круто сделать. Знаете, самое главное то, что качественно. Потому что очень качественно вырезаны лица. Очень много видео ну, есть. Просто не в сквадах. А, да? Ну, просто... Да, можно тебе стоит разуть глаза. Да все, забей. Просто многие делают эти нарезки, а бы было, и очень кривые ебальники вставляют хуёвые реплики, а тут прям всё качественно, всё в тему, мне очень понравилось, очень круто, красава чувак, типа пусть и развивается, плюс идея стоит в том, то, что у него дохуя серии, он на весь сериал это растянул, это прям охуенно, реально. Да. Хорош, хорош. Балдёжно, балдёжно. Вот. Короче, ребят, про самый мощный в мире компьютер вы помните? Вы помните. Завтра расскажем, наверное. Да, завтра расскажем, покажем. Я свою грязнющую голову не мою уже 3 дня специально, чтобы я помыл ее завтра Head and Shoulders'ом. На стриме вы увидите.